Unlucky. Что-то каждый раз, когда мы делаем какой-то прогресс, появляются еще какие-то челебосы. Я встал на спальнике, а рядом со мной дом. Ты где? А, понял. Я уже недалеко от того, чтобы переименовать в трансляцию раз с элементами невезения. Я тут нашел лук, броню, 20 сета. Да ладно. Угу. Просто так? Да, два трупа валялись. В наших шмотках. В твоей бандане и в моих штанах крашено. Инструменты тут есть. Четко, четко вали оттуда, четко, просто вали. Ко мне, пожалуйста. К тебе? Да. За мной уже там наблюдают со скалы.
двигаешься, ты, по-моему, противоположно. Да я бегаю, там у меня люди просто. Бежит один на меня прям. Или он крадется там. Погоня за мной. Бежит, да? По-прежнему? Да, один там сидел, инфу давал, а другой побежал с арбалетом. Еще и с арбалетом? Да. Что, может я здесь дом построю, пока у меня есть инструменты, типа спрячусь. Пока он за тобой бежит? Не, ну я уже завидел его, вроде как. Давай встретимся с тобой. Давай. Сейчас спущусь к дороге, да. И стрелы, и броня есть для тебя. Два штуки. Один лук, ну, я тебе дам его. А, это, я сделал себе еще один выгрыжок. Блять, у меня... Они опять на моем пути. У доджи, доджи не надо раз. Ну вот, я про них и говорю тебе. Который в плавательном костюме один? Не видел, далеко было. В ведре он, да? Я только очертания, силуэт видел издалека. Okay. Да ты по дороге прям? Нет, это не ты. Тебя вижу сейчас. Бегу на тебя. Они левее тебя на дороге там. Они? Да, двое. Один. Киборги. Держи. Держи вот это вот. Все. Не говори. Кань, есть там похилиться что-нибудь, нет? У меня нет. Ладно. Хочешь стрелы зажигать, но держи.
Что там выкидываешь? Я что-то выкинул? А, нет. Тут так Тебя есть полу инструменты? Давай прикреп. домик Давай, построим. домик, Здесь давай, давай. несколько камней, да. Вот, я тебе могу топор дать еще. Давай. На. Я камень фармлю, ты дерево. Тут, кстати, сзади нас стоит домик уже. Там и челик не убежит. Отсюда они, кстати, наверное, из этого домика. Да, я не думаю, они сюда приходят сверху. Нет, отсюда они перебегали с этой. С этой стороны дороги. Где двое челебосов? Да, да, да. Окей. Что, больше нет здесь? Привет, Рифтомир. Дела, как обычно. Все отлично, все нормально. Все делаю, двери. Давай, я шкаф делаю, у меня есть уже планки, ямка. Срублю еще вот это дерево. Наш камень, мы построим дом, наша мечта. Вот, держи. Да, близко. Я родился. Я тоже. Нет еще. Вот, держи. Я думаю, мы будем жить прямо здесь. Угу. Наконец-таки. Да, спустя какие-то 4,5 часа мы наконец-то накормили дом Боггерс. Привет, Андрюх. В кого ты стреляешь? В соломенную петрушку. Че, пойдем переработаемся на кодлоке хотя бы. Пойдем, сейчас я спальник переложу. Я ставлю лист листа. Челебоса вижу, бежит на 310. Поднимается в гору. Куда поднимается? В гору поднимается. На 295 там где.
Нет, он с вотера бежал. Там их фармить, что ли? Камень или что? Или металл? Пойдем на вотер переработаемся. В крутилку сейчас еще зайдем. Чекнем. Возьмешь? Парасол. Крюшечку. А. Понял. Ганс Тисит, спасибо за фоллоу, добро пожаловать. И тебе, Толя, привет. А ты накрутил подходил вас? Нет еще, я перерабатываюсь. Я успел. Нет, я не успел. А как так? Ну, типа, я снял, у меня только шлем и лук был. Сижу, короче. Глупый вопрос, Толян. Ну реально, что это типа Стёп или... Ну если Стёп, то неудачный. Как ты думаешь, ты заходишь на сервер с фрешвайпом, будут рейды или нет? Все зависит от того, что там, что будет дальше. А этого никто не знает в Расте. Сейчас собью с лука вертолет, падут сишки ракеты, пойду взорву деревянную кибитку. Пусть висит. Охраняет. А тебя он убил или ты кильнулся? Да, он убил меня. Рейды в пати с Дэном редкость? Да ну, не правда. Посмотрим. Не знаю, как получится.
Ты тоже там восприми правильно, не подумай, что это. Что-то не так плохого. Может, я просто неправильно понял тебя. Просто такие вопросы, знаешь, как бы они в тильт загоняют некие, типа, когда спрашивают, ну... Я же только зашел на сервер с фрешвайпом, ну какие рейды? Сейчас, если получится что-то намутить, конечно, я только за, что. Почему нет? Покурим. Я тут уже курю. У меня вот здесь два человека, я убил одного из них, второму дал хит. Он с арбалетом, он сейчас убьет вертолет, но у меня КД спальник. Что-то вертолет не хочет его убивать особо. А он отагривается вообще? Должен же отагриваться. Уверен, что вообще на тебя залили? Убил я челика с арбалетом. Он не стреляет по тебе, правильно? По мне сейчас стрелял. Ну, всего лишь 800 квадратов. Окей. Очень странно, что он не стрелял по нему, потому что у него был арбалет и броня. Да, это действительно странно. Бежит кто-то. Господи. Да, я не нахитовал. Там еще один пришел, тип. О, отогрелся. Получил хит. Убил типа. Еще один тут труп. Господи.
Можешь туда уйти? Да, блин, постараюсь. Синяя карта, короче, там нормально. Короче, я бегу домой. Да, да, да. Я хочу. А как я закину это все? Да никак, я рядом уже. Пайпа еще есть. Привет, привет, шаман. Я уже вижу твою зеленую точку сам. И топор есть еще нормальный. На, держи. На, держи. Да, пошли, пошли, потом. Пошли. Это ты стрельнул? Да. Закинемся давай. Да, пошли. В дом. Я слишком много в Rust играю, я знаю, что скидывать в кусты куда-то это плохая идея. Потому что софтеры все видят, все находят. Закапывать small stash вообще в этой игре нет смысла. Подлог есть? Закрывай. 8. Сейчас скину все, что тут есть. Я сделаю маленький ящик быстро. Положу туда. Давай, там давай. Топор, карту, трубы. Окей. Ну, вообще, да, мы можем сделать печку, если найдем камень, чувак. Жизнь налаживается. Где вредить? Угу. Веревки есть. Чёрт, писали, чёрт. А ты мои дела не лутал? Нет, нет. Открой меня, открой меня, открой меня. Все, пойдем. Пойдем долутаем, там есть еще что. Я сочель забыл выложить секундочку. Угу. И сейчас я дропну спальник еще один, подожди. Угу. О, ревики стреляют. В стороне сферы. Два ревика. Думаешь, ну, да, я бы сходил залутал туда. Я там нормально стафа тоже был. Странно, что я их не слышал.
Здесь под переработчиком два трупа. Как крутилки голый бежит. Вот, надо его убить. Всех убить, соответственно. Так, тут залутано уже. Да, почистили, короче, тут. Вот крутилку открывай, там есть лут, я про базу. Ну, открывай мне крутилку, я с пайпой туда забегу. Чего не крутится? У него лук есть. Угу. Вот это молодцы. Шо, дядя? Пожок. Охренел? Берданка. Как бы премного благодарны. Да-да. А чё, у нас есть синяя карта. Пошли давай. Пошли. Я думаю, мой парень обрадовался. Ненадолго. Ткани нет? Есть, лежи. Он попал в тебя? Да. Можем сделать печь сейчас. Кактус. Открывай, хата. Я лутанул ящик. Я тоже хотел забрать этот ящик. Пойду два дерева срублю на... Давай-давай, я делаю печь. А, нет, я не срублю, у меня топора нет, я его выложу. У меня только да, кирка. Тебе, да? Давай. Давай, у кого-то кроме тебя слышал. Лол, у нас два металл фрагмента не хватает, даже много. И вертолет рядом на дороге стоит. Открывай. 100 грамм. Нормально, сачель, берданка, пайпа. Так, живем. Ну. Фьюза нету, да, у тебя? Что-то с графой, да ничего не сделал. Есть фьюз? Есть. Беру синюю карту, пойдем лутанем. Только мне слотов не хватает. На что? Выложится? Да. Ну я сделаю сейчас ящик еще один.
Я скинулся. Да, сейчас подойду, секунду, даже. Давай с бобовкой. Бобовка и сачель-то, ты шо? Только у меня еще больше стафа, которые нужно куда-то деть. А, кстати, там замок стоит уже, ты можешь. Да? Погнали. Подожди, у меня тут тоже нужно как-то все выложить. Три лука. Так я заодно возьму под ресаклем всякую штуку. Давай. Ты с карты, да? Да, я с карты. Погнали. Не успел прочитать это, потому что он мне автоматически дает мут тем, кто предлагает накрутку и прочую ересь. Мы вместе идем, вставляем фьюз. Да, да, конечно, безусловно. Мы же сильнее, когда мы вместе. Ну, конечно. Два раза еще попрошу заметить. Челик. Если что, метку ставь сразу, блин. Да. Ставим. Четко. Че, ресайкли тогда? Или да, ты хочешь посмотреть тоже, да. Что? Трубы, СМГ бади, сигнализация и трубы. Да. HB, HF и гаражка. Ну и красная карта. Ты внизу бегаешь? Да, да, да. Кроме гаражки. Сенсор тоже может быть. Там даже соларка у нас есть. Мне кажется, было еще слишком рано думать. Фьюз еще один оставлю. Конечно. Голод, да, мне. Что тебе? Голод у меня. А я тебе дал консерву, если ты вернешься. Мина, нет, это типа сенсор, который улавливает всякие телодвижения. С каждой бочки падает веревка. Как это понимаешь? Да? Слушай, правильно же я говорю, этот сенсор, он улавливает движение и типа как сигнализация, да, работает? Дает сигнал, если
радиусе 20 метров присутствуют люди. Он как бы не совсем движение сенсора, он датчик, сенсор дыхания, сердцебиения и чего-то там еще. Можно заглянуть? Конечно. Она уже лежала здесь. Да? Сто 160 скрапа еще. Качество и влево 85. Да. Хочу арбалет сделать. Я давно уже, очень давно, наверное, месяц как не пользовался электричеством. Дверцу может сделать. Да, сделай, я сделаю подлог. А ночью, Саня, я пойду на сферу, буду плавить нефть. А я залезу на сферу. Отлично, а утром мы улетим, чёрт, на матери с этого сервера. Тебе кодлок. Отлично, я делаю первый тир. Тема. И делаю ящик. Я тебе обещал консерву. Так, я уже пошел в консерву. Давай. Ну ты плавь пока, я тут домашними делами. Четыреста скрапа у нас. Привет, Жека. Только вам нужно еще 600 скрап. Подумаешь. Пару раз лутануть с картой. Да сейчас намутим топливо, пойдет водичка. На трейн-ярд можем слетать. Куда угодно можем слетать.
Короче, я полез на сферу. Ящик есть, верстак есть. Дверь еще одна Серёг. Есть, металлическая. Скоро и соляра наверх появится. Слушай, видно, кстати, хорошо, что ты плавишь нефть через текстуру. Надеюсь, никто не заметит, вот же все сидят дома. А у тебя есть факел? У меня есть факел. Дай, пожалуйста. А зайди, возьми топливо в плавилке и сделай себе факел. А там ткань, да, нужна еще, по-моему. Ну ладно, это будет смертельный номер. На ощупь, что ли? Да. Мне кажется, ты там нащупаешься на ощупь. Ты в двух сразу плавишь? Да. Ну что делать? У меня нету ткани. Ну, ты же понимаешь, что ты не поднимешься на сахар? Скоро рассветёт, кстати. Ну я буду потихоньку как-то пробовать. У меня сейчас работает это мышечная память. Ага. Главное, чтобы не внутри мышечная. Так. Понятно. Пока все идет по плану. Четко, да, скоро уже расцветет. Так, вот здесь на перепрыжке. Вторую. Первую я прошел, а вторую я не вижу. Ебать, по тебе? Да, меня убили. И чё, скорее всего, сейчас будет подниматься на сферу. Угу. У тебя много стафа было? Ну, как тебе сказать, у меня был шприц, у меня было топливо. Я не вижу. Я попал один раз в него. А где он, внизу? Да, да, на под, где труба. И он в меня попал с арбалета. Санька, дай мне пару сек. Угу. Короче, я поднимусь выше, возьму позицию. Он поднимается к тебе. Я знаю, я знаю. Попробую его отвлечь. Вот
Там крайне неудобно стрелять было. Пушить его это сусы, мне кажется. Встречать, да? По нему стреляешь? Да. Ты видишь его? Да. На первом этаже. Нет, не пойдет. Попал еще раз в него. Вижу, 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 вижу. Тоже пушу его. Инфы бы немного. Он ко мне идет. Дабл хэдшот, наверное. Хорош. У меня еще один. Их несколько было. У меня прям на втором этаже, на третьем. Да. Пытается стрелять в меня. Поднимается ко мне. У меня нет угла, у меня. Два хита, три, четыре. Четыре хита, он один хит. Убил. Изи, малышаньки. Ящиков нет. Можно скатываться. Ну да, скатываться. Скатывайся, я тебя подниму, например. Ты мою соляру похитил, Сань. Я? О! Да. Я с бочек спустился. Хорош. У меня 40 хп. Пошли. Мировой кайт был сейчас. В смысле? Ну как мы их закайтили? А, вертишь, вертишь, Саня, они прилетели на нем, наверное. А у тебя есть топливо в нем было? 170 у меня топливо. Погерс, мы летим, мы живем, чувак, огонь. Только похилиться надо. Да, давай. Сделаем. Будь здоров. Океянки, я полагаю, у нас нет. Да сделаем второй тир. Ну сначала выучить надо. Ящик нужен. Угу. Я могу сделать. Наверное, с этого большого тогда надо убрать все. Чтобы поставить его нормально. Я заберу, остальное доберешь тогда с ним. Кто-то прилетел. Так что, из этих маленьких надо забрать? Это... Сейчас я сальтуху сделаю с котла. Назад. Давай, давай. А ящик ты сделал? Ой. Ой. Он крафтился.
дело есть. Да, есть. Вот, возьми. Вот ящик. Хочу совсем немного добить дерева. Саня, что это по защите от радиации? 26. Мы можем лететь? Да. А? Да, можем. Че, давай трейн-ярд лутанем и потом этот. С картой Water. И будет у нас достаточно скрапа на тир, берданку, патрон. О, блин. Еще раз, я после... там два челика. Пойдем объема. Или нет? В смысле нет? После остановки. Да, вижу их. Здесь у меня два хита дал, он мне, блять, хэд поставил, падал. Отлично. Бензопила. Я хилюсь. Давай, давай. Ну, можно скинуть, в принципе. Пошли. Как вариант. Бензопила тоже пригодится. Пригодится. С учетом того, как я люблю летать, стану расходовать топливо на бензопилу, мы явно не будем. Мы можем, в принципе, дофармить дрил до камень и в городе покупать дерево. Есть, кстати, радик. Сделай. И у меня есть ящик, если можешь. Вытащи из печки. А, у нас, наверное, в печке никогда не было. Чего? Дерево. А есть дерево тут на это? На ящик есть? Да, да, да. Делаю. Янки. А нет, я всё снял, это секрет. Я прошу прощения. Честно, я словно специально. Кстати, это они, наверное, залутали, да? Это... Ты второго лут... Второй... Лутал второго типа? Всех лутался. Никто не ушел, не залутался. Кстати, тебе сейчас в самый раз, как Володарский разговаривает. Они заполонили. Да, ди... Киборги.
И правильно ты поставил ящик, да? Бля. Все. Ты потом второй просто поставишь. Угу. Отвлекают нас от миссии, смотри. Вертолеты. Как они вообще быстрее, Саша? А он еще стоит, вертолет? Сейчас, секунду, да, где? Нужно это осознать, да, он стоит. Фур. Погнали. Погнали. Поднимись на сферу. Там резнулись ящики. Там снизу челик бегает. Нет ящика. О, челик снизу. Попал. О, пешка. И он меня попал, я сажусь. Хорошо. Ты видишь его? Да, слева. Слева. Отходи. Я тоже. Башку мне попал. Меня убил. Я ему дал. Я ему дал хит-хедшот. Он жив? Да. У меня очень мало хп. Я хожу. Я бегу к тебе. Тридцать секунд, я у тебя. Тихо. Лол, я их так овню, но они не умирают почему-то.
Я их вижу. Они бегут, я пушу. Это не они, это не они. Они меня убили, чувак. Господи, я убил двух этих чуваков с пистолета. У меня просто закончилась ТП, чувак. Feels fucking bad. Попал в одного. Ну там они тоже красные, радики точно красные. Да. Ты погиб? Да. Ничего, Санька, shit happens. То есть там еще пришли типы? Там еще два пришло, да. Тех я обоих убил. Но этого оказалось недостаточно. Пойдем еще. Они ушли уже. Может нам сходить за синей картой, типа? Пойдем, пойдем. Ты стреляешь, да? Да, я ресетил. Лук, я хочу отойти на 2 минуты. Хорошо, давай. Привет, привет. Санечек, ты тут? Угу. Погнали. Фьюз. А где карта? У меня, да. Карта, да? Что-то меня немного это подбесила эта ситуация вся. Сейчас объясню, в чем прикол. Не хочу показаться токсичным. Просто вот потом говорят, почему типа не добавляете или почему вы не играете
типа, со зрителями или еще, почему не добавляете в друзья? Добавил чела в друзья. Играли мы вчера, он играл... Где мы? Я не помню, где мы играли там. Он зашел на тот же сервер. Сейчас опять мне пишет, можете кинуть пати, чтобы друг друга не убивать. Потом пишут, типа, я не специально там убил, случайно оказался в этом месте, можете забрать лут. Чуваки, нам не нужен ваш лут там или ваша помощь. Все, что вы можете сделать, это просто смотреть стрим. Не нужно заходить. Или не смотреть. Лучше, наверное, тогда в таком случае не смотреть его. Да вообще, что это за рофл, типа? Ну, типа, поселиться рядом там, давайте не будем убивать друг друга. Там на крутилке, по-моему, чел. А, нет, это мне пока... У меня два чела. Окей. Я не вижу их. Не пишут мне? Дал одному. Как я промазал? Дал еще. Убил его. Второй здесь есть, тоже голова. Слева. У меня. Да, он с двушкой ему голову поставил. Хилится бинтом. За стеной. А, досадный промах. Отхожу. Пушим. Хорош. Держи, блядь. Да я двушку заберу. И возьми из танка. Угу. Пойду. На 20 ниток, чувак. Ставлю я это. Пошел ресайклить. Давай, ресайкли, я пошел в крутилку. Я вообще не понимаю, ну, что у человека может быть в голове предлагать незнакомому человеку, гоя с тобой поиграю. Да кто ты вообще такой, ну, почему? Я тебя знать не знаю. Не, да, почему? Даже почему если знаешь, даже... Как-то да... доверять вообще, ну, откуда такие мысли берутся у людей, я не понимаю. У нас чел крадется, крадется чел. Где ему? Дал ему хэп. Хорош. Тут дело даже не в этом, знаешь, не знаешь, но это создает неудобство. Тут много лишнего ты начинаешь, типа, блядь, там. Где-то зацепились. Карга один, вертолет один. По-любому вы будете встречаться, драться между собой. Да типа, ну, все, кто не в Дискорде, все противники, так всегда будет. Да. Даже мы, когда заходили, допустим, на один сервер с Дэном играть, я играл не в пати. Мы убивали друг друга. И никаких обид там ничего не может быть. Топор у меня есть хороший. Четко, сам. Выхилюсь на то. Да, есть, но мало. Какое-то окно, какой-то топор. По тебе? Или ты? Нет. Я дал тебе хил. Ты еще один хил. Кто там? Это я. Отлично, пацан. Давай за ресайклим. Ресайклим.
500 ткани, чуваки. И 3 арбалета. Я могу жить вечно. 80 всего скрапа получилось. Мало очень. Дай чуть-чуть мне ткани, полтишок. Пожалуйста. И у меня 42. Пойдем давай. Угу. Ну, на берданку патрон есть, скраб. Теперь на верстак еще натянуть. Так и берданку надо изучить. Ну, я же говорю, на берданку и патрон есть, 500 скрапа. А, ну, еще 500. Можно на лаунж сайт сходить, например. Да при чем тут донаты какие-то? Ну, дело вообще не в бабках. Вот. Конечно, там у всего есть деньги, но просто так, типа, чувак заходит и говорит, вот я даю бабки, давайте, типа, вместе поиграем, ну что это за бред? Ну мы же давно уже с Дэном играем вместе, там, больше даже полгода. Где-то так. Мы списываемся утром, там, встаем, решаем, что, где будем играть, давай там фреш вайп поиграем, давай. Там, кто с нами еще играет? Данька, Ванька, там, допустим, какой-то сервер. Если они не играют, то мы идем там на дуо сервер какой-то. Это ж... Отчасти планируем что-то. И как-то люди заходят, они тем самым мешают просто. Знакомые как кому-то. Ничего не подумайте, я не, это, не токсик, ничего личного, ни против кого не имею. У меня есть знакомые... Там, кого я добавляю в стиме, в друзья, играем там в Apex, допустим, в Ханта. Когда вот такое случается, типа, чувак сам решил, что он будет рядом с нами жить. Уже, ну, то есть он уже решил сам. О, пацаны знакомые играют, я зайду, поселюсь рядом, вы мешаете этим. Что, убьем его? Да, конечно. Я не попал. Бери шприц. А вот и шприц подъехал. Короче, я не знаю, надо фармить скраб. Пойдем на трейнерд. Вообще, я прошу прощения. Будь здоров. Сырян, куда пойдем? На трейнер. Пошли, пошли. Там у челов уже пушки есть. Кстати, ребята, вы заметили, что я наконец-таки убрал этот фон от кулера, от компа гудения? И теперь меня очень хорошо слышно. Окей, Кристина, я согласен. Там, там улица Малиновского, 341. Будешь вокруг дома бегать голая. Я сейчас вот так возьму GoPro и буду снимать.
А, или ты про игру говорила? А, тю, блядь. Разрушительница надежд всех мужчин. Новый проект. Амазоночка строит дом там. Голая. Знаешь, этот Primitive Technology есть такой канал. Там чувак тоже, не имея ничего, где-то в лесу строит там хижины какие-то, печки. Так же и Кристина. Ой, тут Брэдли сейчас будет стрелять. А если он в дерево попадет, она упадет? Да нет, это же дерево. Пошли вдоль, короче. Пойдем. Согласен, согласен. Все трурастеры смотрят Primitive Technology. Окей. Это не видится. Дэн, знаешь канал Primitive Technology? Да, конечно. Ну вот, видишь. Значит, ты трурастер. У нас тут спор в чате, типа, все трурастеры должны знать канал Primitive Technology. Да куда там этому парню до растеров, чувак? А как же, у нас суперэлектричество, вертолеты, карги. Карги. Не снилось подобное в игрушке. Ну а чё, он может добудет олово там. Лесу замутилось. Накалит какую-нибудь кочергу, спаяет электросхему вертолета. Перерабатывает переработчик. Угу. Два типа. Я про базу. У них пайп осторожно. Дал хит одному. Минус один. Куда бежишь, братуха? Минус два. Отлично. Мне патрончики нужны. Ой, по нам. Мне дали хит. Дал хит. А где он? Возле трубы, бочки, бочки. Блядь. Хедшот минус. Хорош. Чувак, это такой флик был. Я пойду подлутаю. Ты ж ты, да, бежишь? А не было каменных патронов? Случайно. Не вижу. А где первое тело? А я не знаю, вот здесь лук его. Вот здесь он умер, а тела нет. Я когда пробегал, у него схватил скраб.
Лоу, а что это за бред? Куда чел пропал? Испарился. И чат говорит, что он встал, но я не... Нет, нет, он не мог так быстро встать. Добро пожаловать в обновленный Unity, в котором иногда трупы проваливаются под землю. Мне бы очень пригодились каменные патроны. Кстати, подожди, да, это он встал, и это он стрелял. Сейчас я посмотрю на ХП. Не это. Как он так мог быстро захилиться, ему попал хит с арбалета? Подожди. У него было 66 хп, ну да, не знаю. Не мог он, правда. Вижу чела, бежит на 150. За забором. Мы переработали, можем уходить. Да. Танк сейчас по мне будет стрелять. Какие где? А, аж там. Так на 150? Да. А что ты тут? Меня сюда? Я у тебя. А, это что? Ладно, пошли сюда. Пойдем. Тебе нужны бинты? У меня много просто. У меня 300 тканей. Нет, у меня есть бинты именно уже готовы. Я понял, спасибо. Чё по скрабу у тебя? У меня 36. Хочешь грибов? У меня есть 20 грибов. Так это вы убили грибников, получается? Да. Грибников били. Грибники. Они заполазили. Ты проклятые грибники. Свинью кто-то погнал сверху. Я украду у них ткань. Конечно, ты женщина, откуда тебе знать, что такое примитив технологии? Ого, смотри, какие там трайхардеры справа поселились. У меня есть предложение, давай возьмем... Хотя у них, наверное, несколько дверей. Йоки? Сочек, я предложу. Пойдем еще раз с синей картой залутаем, и нам хватит, я думаю. Может быть, пошли попробуем. А потом как раз будет карга. Что-нибудь подобное. Туплеер скричит. Слева два типа. Я хедшот получу. О, ущи, там зомби, я мёртв. Да, я понял. О, там еще и СМГ. Там не только Томик, там еще и СМГ. Я понял.
Братишка, надо убить их. Я понял, Санька. Я попробую. Я еще такой на расслабоне. Я помогу. Тоже думаю это. Потом. А где они? Там же. На горке. Дал хит у меня. Дал второму хит. Бегу, волосы назад. Они убегают направо. В сторону сферы бегут. Вижу, 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 вижу. Оба красные. В дом запрыгивать пытаются. Пикают там вдвоем. В доме они в этом. Дал хит, дал хит. Дал хит. Один мертв, Томик мертв, скорее всего. Тоже. Томик, скорее всего, мертв, Сань. Угу. Но если еще спаун рядом. Дал хит еще. Он меня повалил. Там кто-то отпивается в доме. Я лежу. Не лежи, лучше спаунись. Я спавню, Бегу туда. Его кореш прибежал. Да. Тут какие-то еще два типа. Голые. Двери поставили. Поставили двери. Кто-то снаружи. Сверху два типа голых. Слышишь, мне кажется, надо сделать елку со чель, типа. И взрывать этих ребят, чертовой матери. Что за сад? Я убил этих двух. Угу. Иди делай елку, в общем, бери елку. Я сейчас себе дам. У тебя еще есть арбалет один? Да, да, да. Дай мне, пожалуйста. Мне стрелы нужны, тебе не стрелы случайно. На, держи. А похилиться нечем? Нет, нет. Все, окей, иди, я буду кемпить их. Ты придешь с елкой, но мы убьем их. У них проблемы, реально. Я не думаю, что у них есть еще патроны, может. Я думаю, что да. Там у второго нет спауна просто в доме. Возможно. У этого паренька 100 хп. Я СМГ дал хедшот. Я мертв. Их там двое. Ну мы заберем у них. Спавнись, я тебе отдам 60 болит. А двушки тоже, да, нету? Нет. Есть пайп, но нет патронов. Лол, откуда типы, у которых, которые только строят дом, Патрик? Что происходит? Что за бред? Я не считал Хаммер. Вчера долго играл. У меня так пошел Хант очень хорошо. Я там познакомился с каким-то европейцем, и мы разносили просто все кабины. И я потом уже слишком уставший был, чтобы читать. Бро. Да. Я жду тебя и готов их убить. 11, 10. Вот тебе арбалет. У меня есть пайп и лук. Бери арбалет, радик, бинты, хилься.
Я чувствую, мы их сейчас отжарим. Вижу их. Апают дом. Мне еще хилиться надо. Я стреляю, короче, ломаю, не даю им апать это. Да, да, да. Ага, я лежу. Ну, волки тут, да. Не застроили. Можешь поднять? Ну, я могу попробовать. Хоть один заспал. Нет, у меня еще есть там. Попробуй, подними, я спайпой. Подойду туда. Туда запрыгнет только один из нас. У них нет хила, чувак. У него 66 хп было. Или ты попадал по нему? Нет, я не попал. Подсади меня, подсади меня. Прыгни. Угу. Блять. Я здесь. Why are you so scared, guys? Such a... Подожди, Саша, а ты не можешь сделать план постройки? Типа, может, у них шкаф? Нет, у меня нету. Шкаф есть, я проверил уже. Киянка. Я, короче, сверху жду. Контроль дверь. Он как будет, я ему сверху садану. С пайпы. Еще рядом кто-то что-то бьет. Он сверху прыгает. Да? Чувак. Понял. Как они вышли оба? Как ты им не дал? Я не понимаю. Я пропустил одного. Ясно. Когда у тебя один патрон, ты хочешь, чтобы наверняка было. Он один вышел, второй меня убил уже. Ой, ну, когда он второй вышел, я уже умер. Почему у нас никогда нет дерева вообще под ноль? А, есть? Что-то. Здесь есть. Сейчас нарублю. Соседи у нас, конечно, появились веселые. Откуда у них столько патронов и, типа, деревянная избушка, блядь? Какая разница? Мне просто интересно. Кстати, как называется скин на сундук? Я не помню. Ну так, когда была поддержка это, Африки. Угу. Ох, эти парни. Чё у нас по скрапу? А, у нас 500 с маленькими-маленькими копейками.
Так, сейчас один момент. Я отойду на секундочку. Я, наверное, пошел ресерфиться. Так, разреши, я загнал, потому давай стиру сразу поставим, плавится. Чтобы было. Все, погнали. И фонарики у них есть. Посмотри, просто парни. Они побежали как раз в противоположную сторону. Ну это серьезный вопрос нашего соседа. Чё, Бердак? Хотя бы одну саль. Ты можешь пойти чекнуть крутилку, например, пока. А где твой факел постоянно пропадает? Для чего? В чем бенефит выкидывания факела? Его же можно выключить. А ты, да, подходишь? Сорян, ребят.
плюс 111 скрапа. Да, это еще чертовски мало чего. Забыл сцену переключить. Будь здоров. Спасибо, сэр. Здоров. Слушай, а как тебе предложили залупать лаунч сайт? С картами? Да. Ну, в принципе, можно, чего нет-то. И скрапа будет много. Об этом и речь сойдет. Пошли, мы как раз к утру придем, вот уже светает, да, по-моему? Пойдем. Я беру красную, а у нас зеленой карты нет. Угу. Ну пойдем залутаем синюю. Что? Синий, залутаем water. Да не. Не? Мы найдем зеленую по пути. Сейчас арбалет сделаю. Тем более у нас две красных, но вообще боялся нечего. Еще один фьюз. Так тут самая важная синяя карта, а не красная. Либо можем пойти попробовать своих красных. Пойдем попробуем убить их. Я очень этого хочу. У одного из них нет фонарика, плюс. У меня есть две йоки еще с собой. Я делаю арбалет. Мы сейчас фуловые. Да, пошли. Пойдем. Ради хит хедшот с арбалета его мертв, если что. Угу. Это будет не просто, понятно. Где-то было, где-то здесь, да? Тело мое сверху не лутанное, по-моему. Сундук. Хочешь проверить? Ну пошли, чем пишешь. Ты где? А, дерево. Впереди упало. Да. Да не, он камнем рубит. Хедшот дал. Бежи, прям пушит тебя. А, он с копьем один. Что-то пошло не так у ребят. Получается-то не буду. Ну да. А я вижу их. Пошли радик занесем. Пойдем.
Хорошо, залутай. Чувак, знаешь, что надо сделать? Надо сломать... А деревянную у них или соломенную эту петрушку? Не знаю, сейчас пойду сломаю. И устроить засаду. Скрапа не хватает для полного счастья. Я сломал. Четко. Теперь нужно иметь план постройки, чтобы попасть. А, это не так просто сделать. Ну куда-то лутаться побежали. Впереди дерево. Да, видим. Голый. Мне абсолютно не важно. Открыл дверь и закрыл. Ага. Так, ну они где-то были здесь на горе, стреляли на кого-то. Может 30... оставить их да, на время? Думаю, пока типа да. Пока бердам. Чё за зацикливаться на них? Да пошли на лаунч. Там, по-моему, весело достаточно. Но мне очень странно, типа у людей, которых нет кодлоков, деревянные двери. Да, есть и... томики СМГ. Может убить. Томики СМГ это одно, но куча а патронов. Патронов, да. Он там жал не стесняясь вообще. Может убили кого-то сами. Ну, такое, не драматизируйте вообще. Это не имеет никакого значения, все равно их убьем. Ну, должна же быть интрига какая-то. Сейчас мы их только убьем, прилетит чувак, скажет, вы должны скукожить. Да, может быть и так. Ну тогда мы получим ответ на наш вопрос. Да. Никто ничего не палит. Все нормально. Но. Полиция. Полиция Раста. Танчики на тебя. Блин, нужно было взять карты, если погорячились. Ну, Покс. Блять, ли я вообще в лесу, как ты меня видишь? Вот под лес, а. Вам-пам, фау, сяу. Я доджу просто как. Включил эвейжн. А что ты так побежал? Я вдоль. Okay.
О, у меня два типа просто сверху с ревика простреляли. Господи. На этих, да? Да. На бочках? Да. Не на бочках, ближе к КПП. На заборе, сверху, на да, заборе, да. На заборе, на заборе. Отвлекся, блядь. А это есть такие, типа, тоже там какие-то стримеры, хуй пойми, друг друга хостят, такие как Toxic Cat, вы посмотрите, они во всех, ну, у всех стримеров сидят. Как-то там, блядь, рехостят друг друга. Трое их? Пожалуй, я ориентируюсь отсюда. Давай, я навстречу пойду. Гадские гады. Но эти парни еще не дома. Пристройка сломана. То есть они еще не возвращались. Короче, эти ребята убежали от меня. А нет, мне показалось. Ты же подойдешь сам, да? Я бегу уже. Нагазываю, братья. Ну, у меня защиты 19 от радиации. Этого достаточно, я думаю, будет. Ого. А как он так делает?
Да, это конечно, они меня окружили, Санеч. Умер? Да, погиб, я бы даже сказал. Где это было? Возле переработчика? Забей, не иди туда, уйди оттуда. Нет смысла. У них их трое, у них ты. Что, бегу тебе навстречу? По-прежнему, да, да. Пошли куда-то. Пекарня? Нет, это... Короче... Небольшая, скажем так, операция. Но не для меня. Это не моя мечта. Саня, а ты далеко от меня вообще? Я вот на севере. На север бренч. Бегу в твою сторону. Да. Тактическая, да. Так а что ты, Кристи, ставь сбор, я думаю, ты быстрее это осуществишь. Почему захейтят? Это нормально абсолютно. Если человек себя будет так чувствовать внутренне лучше, то почему нет? Серьезно? Что серьезно? У меня тут челик в Fortnite переиграл. Я уже рядом. Это ты стреляешь по тебе? Да. Он без головы. Кинь лук. Я сзади тебя, просто под себя кинул. На, держи арбалет, я его убью с меча. Я добил его. О, двушка у него. Твоя? Я тут кучу людей убил, да, только что, прям миллиарды. Воруем, воруем. Полный стаф, пошли все. А у тебя есть еще один спальник себе? Да. У меня есть еще два спальника, если я сейчас поделюсь. Да, кстати, я сделал еще смотри, один. Смотри, как я дерево нарубил, чувак. Я его тоже принес. Держи арбалет. Че, замутить может верстак? Да
Ничего он нам не даст. Не надо? Конечно, смысл в этом. А куда пошли? Вперед. Да я с дерева закину в печь. И вперед. Погнали. Я воль, мои команданты. Я вот серу пошел с собой. Так, а ты сказал, держи свой арбалет, и где он? На полу. Я его не вижу. Потрясающая игра. В таком случае я не знаю, где он, я его бросил на пол. Ну-ка. Ладно, забей. Саня, это не моя. Сейчас я тогда сделаю еще один. Да, конечно. Давай я догоню быстро сейчас. Давай, давай. И возьмешь синюю карту, давай золотую. Да, давай. Бритмен. Давай. Напомни, сколько нам осталось для полного счастья. Я не знаю. Ты можешь чекать. Ну, у нас 737. Ого. Не так и много, я бы сказал. Ну, я заберу компоненты, заодно переработаем. Беру фьюз, синюю карту. Трубы переработать? Можно. Я иду. Тебе не кажется, что эти чуваки просто сквозанули, типа, или переехали? Типа, они увидели нашу напористость, да. И да ну их в баню. Может быть. Да я знаю, какие надо. Ну, типа, не я знаю, а там знают, какие надо. Ты бегаешь, да, здесь у меня? Переработчики ты? Нет, 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 нет. Два типа переработчики. Я лечу к тебе. Один квадрат. Они с луками. Оу, щит. Держись, Саня. Держись, брат. Они прям на переработчике? Там трое их, алло. Меня убили, короче, блядь. Сука. Ничего, не гори, приходи, Саша. Они прямо на переработчике, ты не ответил? Да. Где машина? Сейчас лутают меня. А, это не на переработчике, получается. Теперь у них еще и арбалет с двушкой есть. Это правда, сынка. Да ничего, я сейчас на гитаре сыграю, все нормально будет. Я бегу туда.
четко, четко. Там один уже лежит. Угу. Я подбегаю. Не все мертвы, Саша. Да ну ладно. Лев! Это мое второе имя. Сейчас еще на сферу скинет. Лутай, пожалуйста, тела. У меня 400 скрапа, я домой погнал. Давай, давай. Там был еще в канализации чел под ресайклером. Я вообще ничего не залутал у них почти. А ты карту залутал, да? Нет, я ничего не лутал, чувак. У них 400 скрапа, я просто схватил его, и я бегу домой. Я сейчас приду. Под канализацией. Сейчас линяешь. В канализации в самой или как? Нет, от ресайклера в углу. Там уже бежит тим, типа лутаться. Они все здесь, я, короче, сваливаю. Ну, давай. Меня зажали, блядь, просто. С двух сторон. Я иду к тебе, брат. Да там, блядь, просто, блядь. А, там две банды, короче, дерутся. Это не мое решение. Типа, я просто хочу попробовать. Ну, в любом случае, это получится осуществить мечту и все. А там выбор будет не за мной. Как, что, где. А есть у тебя спаун? Нет, 50 секунд. Мне, кстати, вырубили спальник. Еще один. На машине они все там дерутся. Там один остался уже. И то он убегает. Еще два пришли. Я бегу. Угу. Могу тебя подождать. Меня. Не беги в соло, да, давай. Подожди, да. Меня, я сейчас приду.
да, возле дома? Тип-то шар надувает. Слева. Пошли на вотер, пошли на вотер, не имеет значения. Хорошо. Привет, Пик. На машине я подъезжаю, утилки идет один. Их здесь двое должно быть. С округлой шляпой там. Тихо-тихо-тихо, медведь! Здесь кто-то есть, кто-то с лапами. На ресайкле, да. На ресайкле. Ты промазал, не хочу, да. Я хилюсь продолжаю. Наверху он бегает. Да, я понял. Хилься, хилься. Я похилился, я пушу. Дал хитнул. Я с тобой. Он мертв, чертовски. Смотри, я сейчас тебе покажу. Пойди сюда, иди сюда. Угу. Вот здесь выходишь в углу. Вот здесь прыгни. Угу. Понял. У меня чел. Я на одно хп. Я мертв. Дал ему хит. Хорош, хорош. Еще у меня чел. Что за жест он происходит? Убил его. Еще один у меня. Это его друг. Убил друга его. Я бегу без пушки к тебе. Бля, там еще пришли двое. Трое, они между собой теперь бьются. Нет, ты меня жив, убили. Нет? Я, мы убили, ты убили меня. Сразу бы я домой вернулся за пушкой. За пушкой. Давай сделаем давай. Пушки. Я... Это... И ну, спальник надо. Мы что... бежим, бежим, бежим. Там ничего нету. Шо, на что толку? Мы носим арбалеты там, туда. И шо, тебе шо, жалко арбалетов? Не, мне не жалко. Ну просто... Ну, как-то нон-стоп. Так это же кайф самый, нет? И мне кайф сделать пушки и переложить спальников, еще сделать парочку. Потому что мне вырубили, у меня спаун еще 30 секунд. Понял, я пошел убью. Давай, давай. Я за сишками пока. Там пайп не решит ничего, там толпа людей. Делаю спальник, бегу к тебе. По-моему, сейчас будет пролетать вертолет. Как
мог это промазать, чувак? Тебе КД? Не, я туда. Ты голый бежишь, что? У меня копье есть. Я с луком бегу там. Сейчас будет пролетать верт. Наверху кинули это соплю на сфере. Я убил его. Держи лук. У меня арбалет делается. Ну давай, давай, перейдем. Ну держи. Тут верт сюда полетит. Кстати, он там кого-то россит. Челик вижу там 20 на 20 домик. В нашем доме? Да. Ну, лук есть. Угу. Еще один к нему бежит. Один убегает. Ящики есть. Заберу их. Пейджер. Ну, шприц очень нужен сам. Я пойду синюю фьюз ставлю, в общем. Угу.
У меня кто-то. А, это собака, собака, собака. И чел с арбалетом у меня. Еще два чела с арбалетами. У меня. И с ревиками. Я погиб на крутилке. Короче, ладно, Санька, шутки кончены. Угу. Я делаю второй тир, учу берданку. Давай. А где мы шприц возьмем? Внимание, вопрос. Где-то намутим. Подожди, а я что, убил его, что ли? А, нет. Нет, я не убил, я погиб. Давай я что-то сделаю, что ли? Скрафт. Давай, стол для исследования, например. Когда делаешь стол, можешь начинать делать порох. Здорово, Сань. О, заебись. Я в таких случаях просто войс включаю в игре. Стол сделал, положил маленький ящичек. У нас тут некая проблема. Давай я вот сюда наверх залезу, а ты изучишь. Да, только спальник, наверное. Подниму. Давай. Понесу спальник. Да. Четко. Учись. А ты че? Учи, учи, я болею, я могу говорить, тебя покинуть, а ты будешь литовнить. Сейчас сделаю. Да не, у нас должно быть, мне кажется. Да, есть, хорошо. Держи тебе металл фрагменты и приколите. А пружины. Вот здесь вот лежит. Давай я порох сделаю. Да я уже почти доделал его. Эх, сейчас бы шприцело. Ну да.
Че, поставь стол. Выучим патрон. Нужен металл еще. Вот, возьмите. Это вам. Угу. Пока. Не густо. Ну да. Держи. Вот еще металл, держи. Секундочку, а там... Да, ты застал. В общем, я отойду на 2 минуты. Хорошо. Что за кипончик? Ну, такой. Видно? Ну да, мне тоже нравится. Это мне любимая подарила. Получилось что-то еще по патрикам? Да, вот еще 40. Оу, щит, погнали. Подожди, я бахилиться мне нужно. Давай. Так, прикинуть к носу, мы на сиоре идем в рейндж. За шприцом, да? Да.
темнеет еще, мега молодочка. В NPC вход след, пойдем, может в NPC будешь? Пойдем, пойдем. Просто вот вертолет так коварно летит туда. Сделать еще печь? Челик, он направо убегает. Ну, потом, сейчас нет необходимости в этом. Так-то уже это, пол восьмого вечера, что-то мы с тобой прям... Мы и начали сегодня поздно. Ну да. Не знаю, я просто перезапускал стрим, 2 часа идет. Не, они бегут от нас. Я к тому, что я не обедал и не ужинал. Мне надо будет, как Дэн закончит, сделать перерыв. А там уже будет видно. Либо в ханта, либо продолжу в раст играть. Они на вертолете улетают справа. По пилоту. Забей. Может здесь внизу будешь пиздовать человека? Они летят на тебя. Садятся. Он попал в меня на ходу. А ты чё без берданки? А у меня нету, то у нас только одна она. Я погибну сейчас. Пушит тебя с луком. Убил. Второй мертвый левик у него есть. У меня весь экран борща. Я хилюсь. Один я забрал левик. Но патронов там. А где вертолет? Вот здесь выше. Нужно похилиться чем-то? Я хилюсь уже бинтами. У них топлива не было. Одного ты залутал, да? Да. Там челики справа типа дом строят или что-то вроде. А патроны были у него, Саша? Нет, патронов не было. 4. Два патрона. Байт какой-то? Не, у тебя есть ткань еще? Да, подожди. Нет, там хэдшот, но... Пойдем на север. Улетел вертолет, ночь хорошая, пошли на север. Я вам всем покажу, короче, следующий стрим, как будет по Таркову. Будет такой, тематический. Надеюсь, вам понравится. Правда, я не знаю, когда он будет. Сегодня не будет точно. Завтра, может быть, днем. Посмотрим. Как в Расте не будет совсем серверов, где играть. Тухло. Два челика спускаются с горы на 75. В нашу сторону. Я не вижу. А вижу три челика. Слева двое, один еще направо. Типа частично. Мне хидали, я отхожу. Угу. Мне еще хидали. Угу. Минус один. Минус два.
Вот это тимплей. Это ниже. Сзади бежит он голый лутать тела. Пойдем. И я забрал лук. У тебя ткани не осталось? Случайно? Осталось, возьми. Че у тебя по патронам? 38 и 12. 50 патронов и того. Это более чем достаточно. Окей. По-моему, построили подножку наши соседи. Или это не наши соседи еще? Грейдятся там что-то. Мы туда бежим или на север? Мы туда бежим. Ночь становится плохой. Для меня хорошая, у меня же душка. Мы типа не крадемся ничего, да? Ну нет, у меня стоит загрязнить. Можешь факел включить? Его... А, есть у меня факел, да. Включим. Бережем. Поздно. Надо бы метальчик теперь. Пару печек на серу зарядить, чтобы патроны не кончались. Я так хочу. Чтобы патроны не... не кончались, да. Тут уже холодно. Да, прохладно. Мертвый человек в доме. Заморься. Угу. Весьма опрометчиво так бегать. Ночью 88 хп без фонарика. Очень опасно. У тебя совсем нет ткани? Вообще. Не с трибинта могу дать тебе, чтобы ты выхилился на фул. Давай, давай, мне поставь. Ну, держи. Вот. Спасибо. Бля, тут... Да, да. Нам сюда надо. Пещерку?
же шприц. Есть же аптечка. Пойдем. Так, а куда мы идем? Переработать аптечку. Вот он. Вот это другое дело, Саня. Да, теперь на все на это нам нужен металл. Да, это правда. Пару печек еще сделать. Ни черта не вижу. Мне надо покушать, мне старвинг. Такая же история. Еще и курочки, да, заходят? Не, это просто. При виде меня... Визжать начинают? Курочки визжат, да. Ну, типа я... Я же альфа. Когда дверь на кухню закрыта. И вот ее кто-то закрыл. Да-да-да. Чего ты? Что ты подслушаешь? Иди. Давай, давай, давай там. Кушать готовь. Закрывай дверь. У меня в семье так, я как сказал, так и будет. Только глаголы, понял. Стирать, убирать там. А ты еще здесь, любимый? Ох уж эти шуточки. Точно, точно. И, типа ты одну берданку сделал, потому что не хватило металла? Да. О, там смотри, что он подпрыгивает. Ребятишки. Прыгают. Хита, три, там много, да, я вот, бегу туда. Я бегу за ними. Справа. Буду сближаться к доме, потому что мне двушка. Справа с камня будет сейчас встречать. Я выше хочу, левее подняться. Обойти. Давай, давай, давай. Я можешь побайтить, типа, их отсюда. А у него фейсмаска. Да ладно. Да шига ладно. Да еб... Боже, давай, Дэн. Ты умер, я так понял? Угу. Я бегу. Ты жив? Да. Мне нужно шприц использовать. Использую, использую. Я сейчас отвлеку на себя, я тут... Тихо, тихо.
партнер, чувак. Боже, как я промазал столько много, я должен был их убить, чувак. Делай камбэк, они еще не зашли. Да они не могут зайти. Я нашел свое тело с душкой. Окей, один бежит к дому. Угу. Двое у дома. Я понял. Да ну как так? Ну, я попал в него. Он жив еще. Я ему тоже дал еще с Йоки, чувак, но он выжил. Они не могут запрыгнуть домой. Ты пробуешь еще? Да-да, я делаю арбалет. Давай. Две минуты у меня. И практически в упор дал ему с даблбарала. 47 хп. Ну, но это... такое бывает. Они убежали опять куда-то. Но они не залезли, да? Я не знаю. Или залезли? Нет, нет никакой подстройки. Угу. Надо с арбалетом попробовать. Если можешь, сделай еще один сразу. Не могу, я уже там. Угу. У меня здесь какой-то еще арбалетчик нарисовался. Очень везучий причем. Какая-то херня с этими ребятами, мне кажется. Не могут люди так бегать, блядь, столько времени, в полтора часа они бегают и не умирают, типа. У них куча патронов, блядь. Ну есть для тебя арбалет. Угу. У тебя спокойно там или ты сражаешься? Да, нормально все, да, да. Я вот хоть убей, блин, как. Вот может я старый маразматик, но что-то с этими ребятами не так. Не могут люди столько времени бегать, не умирать, типа, и у них не кончаются патроны. Сами. Ну шо, ну как это, бля? Да не ищи нам оправдание, тут 100% моя вина, я мог их убить обоих, если бы не был такой Ингой, ну, понимаешь? Я у тебя практически. Ну, точнее, возле их дома. Держи.
чисто снарядил. Угу. На тебе еще вот такое тело. Пошли на Water, попробуем подресайклить что-то, может открутил, если не знаю. И вот куда они делись, типа, реально. Они просто... Может, у них несколько домов, чувак, это единственное объяснение, которое я вижу. Лол. Зачем на этой серии несколько домов с другой стороны? Под трайхарды. Блин, ну я промазал на самом деле так люто. На 100 пудов моя ошибка. Я вижу чела в рад костюме. С арбалета стреляет по тебе, наверное. Нет, я рядом с тобой. Слева от дороги, в сторону сферы он смотрит. Угу. Дал хит ему, получил хит. Наверное. Я правее флангу. Он с беретой. По мне попад... Не... Ну, так. Ну, ты живой, так да? Себе, да. Он плохо, вообще не попадает. Я тоже не попадаю, это был. Не мертв. Есть супер. И я не попадаю. Угу. Ну, так, ладно. Погиб, нет? Да-да-да, лежу. Мои спальники кто-то вырубает. Которые на улице. Когда, да, 50 дома? Секунд. Я тут дерусь с ним, если что, он за кучей. Привет, все отлично. Как сам? Я резнулся. Угу. А что за прикол? 4 типа бегут. Не знаю, не важно. Возле дома в меня стреляют. Да ну нахрен, что в смысле, как так? Типа у него шприцы были? Окей, окей, чё. Какая дынчика.
Тут 4 типа, это... О, конечно, наверное, на этой замечательной ноте чилить. Я пойду не кушать. Не растет у нас кокос. Вот, смотри, видишь 4 чувака? Да, да попс вообще. Ладно, спасибо за компанию. И тебе. Давай, увидимся. Этот сервер, короче, чтобы вы понимали, не для четверых игроков. Так. Спасибо. Я сейчас тоже попробую еще один раз. Пойду ужинать. А попозже подрублю ханта. Вот про что я и говорил вчера, типа, про то, что ты играешь в Тарков, либо в Ханта, либо в подобную какую-то игру. Ты встречаешь нечестных игроков в катке, она заканчивается спустя там 15 минут, и ты встречаешь уже нормальных людей. Здесь, если ты встречаешь нечестного игрока, либо игроков, это все заканчивается вот так, ну, типа, невозможностью играть дальше. В этом весь раз. Сейчас выбежит 4 тела. Чекайте. Я же говорю. Нет, не читеры. Просто непонятные какие-то типы, которые бегают, блядь, на протяжении полутора часов, не заходят к себе домой даже. У них не кончаются патроны. Типы играют на сервере, где нельзя играть вчетвером. Вот бегают пачкой. Ладно, ребят, увидимся попозже чуть-чуть. Буквально, может, там через часик я пообщаюсь. Поужинаю, пообщаюсь с семьей. И подрублю. Давайте, всем спасибо за поддержку.